Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Получила очередную посылку с сайта iHerb. Хочу сейчас рассказать, что у меня здесь было в этой посылочке. Посылка, как всегда, дошла быстро. Около там 4-5 дней доходит в Украину службой Boxberry или новая почта. Если вы заказываете в первый раз, то выбирайте страна Украина, валюта доллар. И смотрите в корзине все варианты доставки. Бесплатная доставка от $60. Используйте еще реферальный код SGS024. Это мой реферальный код. И он даст при первом заказе 10% скидки на ваши заказы. При последующих тоже используйте. Он дает на дочерней марке iHerb скидку 10%. Ну и на какие-то акционные товары. Проверяйте свои корзине. Я буду благодарна, если вы будете использовать мой купон SGS024. Сейчас я расскажу, что у меня здесь было в этой посылке. Повторно я уже заказывала вот эту зубную пасту. Решила я еще и дать шанс попробовать. Я ее уже использовала, но как-то уже и не помню ее действия. В принципе, она хорошая. Это зубная паста с манука, медом и прополисом. На нее хорошие отзывы, что она очень хорошо укрепляет десны. И у кого есть опущение десен, то вот она вот это убирает. Не знаю, насколько это может сделать зубная паста, но из-за того, что в составе есть манука, мед, а он имеет такие противомикробные действия, очень хорошо противовирусные. Манука, мед, если вы еще не знаете, продается на iHerb. Это новозеландский мед, который собирают пчелы с чайного дерева. Этот мед разной силы есть, биодоступность там, по-моему, от 25 уже единиц идет, полезная. Она вот запакована хорошо, здесь есть защита. Такая немножко зеленоватая зубная паста. Пахнет очень приятно и зубной пастой, и мятой. Ну, в общем, у нее такой приятный будет вкус, потому что есть зубные пасты, которые такие сладковатые и какие-то привкусы имеют. То эта зубная паста, она имеет, в принципе, классический, можно сказать, вкус. 100 грамм здесь в одном тюбике, не сильно большой тюбик. Вот, ну, паста очень хорошо, благотворно будет действовать на зубы. Подойдет она и для чувствительных зубов, и для проблемных десен используют. В общем, она, можно сказать, как лечебная. В составе есть манука и прополис. На сайте можете еще смотреть, есть много видов манука меда разной биодоступности. Поэтому смотрите, чем выше там циферка, чем дороже цена, тем более он сильнее. И еще хочу сказать, что мед манука, он еще лечит язву желудка, потому что он подавляет халикобактер пилори, вот эту бактерию, которая живет вот в желудке и вызывает язву желудка. Эта зубная паста не содержит фтора, СЛС, содиум лаурил сульфат, они содержат, в общем, с хорошим натуральным составом. Еще из таких у меня чудодейственных натуральных средств, которые я заказываю тоже не впервые, как и зубную пасту с манука медом. Вот этот бальзам. Марка Vice Ways Herbals. Очень классная марка, натуральная. У них, я в Инстаграме видела их страничку. Они вот в экологически чистом месте делают вот это почти вручную. Здесь вот номерные идут лоты. Все делается не в массовом производстве. Вручную написана дата 2 июня 2021. Это чудодейственный такой бальзам. Я его заказываю только на зиму, в холодное время. Вот такой он сейчас в твердом виде. Этот бальзам очень хорошо размягчается от прикосновений. Такой становится мягенький, приятный. У него очень приятный запах. Это бальзам для груди. Ну, считается, что там по отзывам и по показанию, что он подтягивает грудь, там, ну, как бы для ухода за грудью и декольте. Очень хорошие натуральные ингредиенты. Мне вот этот бальзам не нравится использовать летом. Ну, вот зимой очень хорошо, когда холодно, то есть он хорошо и впитывается. Ну, в общем, как-то летом он у меня не идет. Но мне как раз его хватает на холодное время года вот одной баночки. Он еще идет, конечно же, из-за такого состава профилактика и мастопатии. То есть любой массаж груди, он приветствуется. Таким образом, вы как бы и контролируйте свою грудь. Здесь получается на первом месте оливковое масло. Все здесь очень чистые составы, никаких нету ни консервантов, ничего. Консервантами являются сами составляющие. Потом здесь есть воск, касторовое масло, бардак, чага, гриб. Потом здесь, по-моему, одуванчик, денделион. И листок, и цветок, видимо, одуванчика, эхиноцея, красный клевер, листья и цветки календула. Ним, масло нима, очень классное масло. Дальше у меня там будет несколько еще позиций с ним. Витамин Е масло, лаванда, роза
герань, эссенциальное масло, кокосовое масло. Так что здесь очень классный состав, такой гриб чага тоже очень полезный. Есть очень много положительных отзывов, у кого была мастопатия, у кого были затвердения какие-то в груди, болезненные ощущения, твердая грудь, даже какие-то выделения из груди. Вот люди пользовались этим бальзамом и убирали. Здесь еще есть красный клевер в составе, поэтому здесь еще и такое действие, как бы можно сказать, гормональное действие. Очень хорошо продуманные составы у этой марки. Единственное, конечно, он жирноватый, но я же говорю, поэтому для зимы очень хорошо сойдет, приятно очень, и поддерживается в тонусе грудь. Кто-то говорит даже, что подтягивает грудь. Просто меня подкупает натуральный состав. Я никогда не хочу в свое тело втирать какие-то химические составы, потому что часто даже может быть уплотнение, забиваются лимфоузлы. Если вы даже пользуетесь дезодорантом и думаете, что дезодорант с алюминием — это такое безопасное средство, но этот алюминий, он осаживается в организме, могут начать болеть лимфоузлы. Вы никак это не связываете с дезодорантом. Если у вас какие-то проблемы с грудью или с лимфоузлами, то можете просто перейти на натуральный дезодорант, убрать свой вредный дезодорант, и, возможно, вы даже избежите многих проблем и не дойдете до врачей, которые сразу будут предлагать маммографию, которая может вызывать, так как это облучение, может вызывать и рецидивы всевозможные, может вызывать, ну, то есть ухудшение ситуации, провоцировать какие-то опухоли. Вот эти все томограммы, маммограммы, это все сейчас новомодное, заставляют женщин облучаться каждый год, два раза в год, запугивают. Это все рекламная такая акция. По статистике совершенно вот эти все диагностики, которые появились, как-то мне сказала одна знакомая, которая является врачом, когда я сказала, что может там МРТ пройти или еще что-то, какие-то обследования, она говорит, ты что, будешь обследованиями лечиться? Хотя она очень кардинально принимала, всегда предлагает меры, операции там всякие, вот это все, так как она традиционный медик. Но она мне сказала очень классную фразу, которая на меня сработала обратным эффектом. Я поняла, что смысла нет никакие делать диагностики, потому что это не лечит. А лечить у нас не умеют, только облучают, и человек потом... Очень много историй вокруг слышу о том, что человек и облучение прошел, и все равно пошли метастазы, и лучевую терапию человек прошел, и уже потом, только теряя время, не занимаясь своим здоровьем, не занимаясь детоксом, причина всех заболеваний, причина всех гормональных проблем, опухолей, затвердений, кисты, миомы, это все имеет под собой... загрязнение организма, имеет под собой вирусное, бактериальное какое-то загрязнение. И если мы будем продолжать тот же вести образ жизни, который мы вели, то мы будем кормить вирусы. Например, почему нельзя есть яйца, я все не могла долго сформулировать. Недавно я нашла информацию, потому что я когда говорила, что яйца вредны из-за холестерина, из-за там то, что он забивает сосуды, очень много жира содержится, то, конечно, находилось очень много людей, защищающих свои вкусовые пристрастия и доказывающих, что им нужно есть яйца, и они, мало того, очень полезны, и у них есть вещества, которые незаменимые. Так вот, хочу вам сказать такую информацию для размышления, чтобы не вступать ни в какие полемики и споры, что наши вирусы, вот эти все вирусы, которые, то есть вакцины, выращиваются на яйце. Поэтому задумайтесь. И пока, если у вас какая-то есть в организме какая-то гормональная проблема, связанная с ней, всевозможные образования, кисты, опухоли, миомы, фибромиомы, мастопатии, и вы продолжаете есть яйца и тому подобные животные белки и жиры, вы как раз очень хорошо выращиваете эти вирусы этими яйцами. Поэтому нужно делать детокс организма, но еще убирать продукты, потому что вы можете иметь серьезные заболевания, но продолжать всю эту еду есть. И даже люди, которые серьезно заболевают, им становится себя очень жаль, и они и раньше не могли свои слабости какие-то изменить. Даже страх смерти человека не меняет, он продолжает все равно держаться за вкусовые привычки. Яйца, молоко, вот эта вся еда, она была нужна для выживания. Сейчас такое изобилие, что можно опять вернуться к нашей природной жизни и пище. Потому что были, да, времена, когда был голод, люди очень много ели хлеба, люди очень ели много, люди выращивали птицу какую-то, да, и вот таким образом выкармливали детей. Но сейчас можно детей кормить растительной, натуральной пищей. И прекрасно дети отзываются, даже пьют те коктейли, которые
Даже взрослые не могут пить. Поэтому вот этот бальзам, он не просто такое косметическое средство, но еще очень, можно сказать, даже лечебное. По крайней мере, отзывы подтверждают это. И сама эта марка, я ее очень люблю. Vice Vase, у них очень такой подход, можно сказать, хипстерский. Да? Ну, по крайней мере, у них там очень такая расслабленная атмосфера, такая как чуть ли не в лесу, по-моему, у них вот это производство, не массовое производство. Вот. Ну, как там на самом деле, я не знаю, но действительно все выглядит, вот лоты пронумерованные, можете зайти, у них Инстаграм есть, посмотреть. Так что делаем профилактику, не допускаем никакие проблемы, но еще и, конечно, придерживайтесь советов нутрициологов, потому что если вы будете придерживаться советы тех людей, которые поверили в какие-то знания, которые им дали в институте, и дальше не развиваются, не изучают новые тенденции и веяния, исследования, то им смысла нет верить, потому что они сами больные, сами слепые, окулисты сидят в толстенных очках. Если зайти к кардиологу, он может быть с лишним весом огромным, самого проблемы с сердцем, поэтому им самим нужна помощь, и помогайте им. Не они вам должны помогать, доведите свою жизнь до того, чтобы им самим помогать. Еще для наружного применения у меня здесь масло ним. Сейчас перейдем к маслу ним. У меня еще есть и бад с маслом ним. Никогда не заказывала это масло. Дошла я до аюрведической медицины, и в последнее время очень много. Сейчас открою впервые, потому что там запах пишут, оно вот от холода, видимо, немножечко такое свернувшееся, но я думаю, так и должно быть. Такой запах луковый, да, есть такой, как бы писали, что вот, но у него очень сильные действия. Вот такое оно желтенькое, просто оно немножечко, видимо, твердеет. Это масло чудодейственных свойств, чистое масло нима, холодного отжима, в общем, чистое масло. Чем это масло интересно? Его можно наносить на у кого проблемы с кожей, с высыпаниями, с пигментацией, с какими-то пятнами. У него настолько сильное действие, что оно поможет от всевозможных наростов, бородавок, папиллом, которые есть на теле. Если его наносить где-то, ну, длительное время, я еще, кстати, им не пользовалась, просто нашла такую информацию, то можно убрать даже папилломы всевозможные. Это растение очень мощное, очень сильное, оно даже имеет противораковые, противоопухолевые, противовирусные действия. Вот еще есть в баночке оно, вот листья нима в капсулах. Natura's Way — это самое такое, по отзывам, наверное, лучшее. Такие здесь большие капсулы. Принимать рекомендуется 2 капсулы 3 раза в день. Ну, это надо смотреть каждому индивидуально. Надо начать с 2 капсул, потому что это очень мощный очиститель крови. Ним очищает кровь, выводит вредный холестерин, убирает кровотечение, полезен для сердца, в общем, для здоровья очень он полезен. Еще у него, конечно, противоопухолевое действие. Особенно им пользуются люди с проблемами кожными заболеваниями, перхоть, псориаз, вот это все очень хорошо проходит. У кого есть высыпания очень сильные на лице, так как он очищает, ну, кровь, печень, можно сказать, то вот это очень быстро все проходит. И опытные диетологи, они, конечно, должны об этом знать. И кто-то, наверное, даже использует. Ну, потому что не все у нас профаны и не способные к обучению и новой информации. А специалисты, которые помогают людям, которые хотят реально помочь, они должны постоянно быть в курсе всех новых исследований, веяний и вообще результатов, которые получают люди. А есть вот такие вот растения, которые делают профилактику, чистку крови. Ним входит, это аюрведическая трава, которая входит во многие составы. Входит в составы мыла, косметических средств. Очень хорошо он для волос действует, для тонких, от выпадения тоже. И, кстати, от ранней седины. Это очень такое сильное, мощное средство. И вот произрастает оно в Индии, там еще в каких-то странах некоторых. Вот. Ну, запах у него есть, но не критичный. Действительно пахнет как луком, сырым таким. Такой есть луковый некоторый запах. Ну, я думаю, что можно перетерпеть, если будет хорошее у него действие. Люди, которым оно решает многие проблемы, что они годами боролись с кожными какими-то болезнями. Еще оно, по-моему, даже отбеливает, если есть пигментация какая-то. В общем, очень благотворно лечит кожные заболевания. Еще ним очень хорошо подавляет всякие вирусы и бактерии. Еще он подавляет бактерию, которая вызывает язву желудка.
в общем, одна из бактерий, которая вызывает язву желудка, вот уже ее подавляет и хорошо лечит любые раны, как внешние, так и внутренние. Поэтому он будет заживлять организм в целом. Капсулы для очищения крови, печени, как бы они идут. Кстати, на сайте, не пугайтесь, другой дизайн упаковки они поменяли, еще не поменяли, видимо, как бы картинку. Ним я как бы принимаю в каких-то комплексах, то есть я как бы, если он у меня попадается, аюрведические травы когда принимаю, то есть он там присутствует.